Для некоторых автолюбителей среда началась со встречи с ГИБДД. Правда, беседовали с ними отнюдь не взрослые полицейские, а школьники, участники профилактической акции «Внимание, дети». Юные инспекторы движения наравне со взрослыми вышли на дороги города, тем самым напомнив водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Смотрите, на дороге дети, не всегда за нас смотрите. Осторожнее, водители, ведь тоже все родители. Пропустите пешеходов, они будут вам очень благодарны. Как нужно вести себя на проезжей части, зачем соблюдать правила безопасности, тормозить у пешеходных переходов и соблюдать скоростной режим. Все эти постулаты, которые должен знать каждый водитель. Ребята вручили участникам специальные памятки и значки. Напомните, пожалуйста, детям о необходимости использования в темное время суток световозвращателей. Чтобы быть заметными на дорогах, чтобы водители их видели и успели вовремя снизить скорость, притормозить. Только за 7 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 73 ДТП с участием несовершеннолетних детей. В 28 случаях пострадавшие дети являлись пешеходами. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».